С утра пораньше представители управляющей компании Объединенной дирекции ЖКХ совместно с представителями службы судебных приставов посетили квартиры должников, по которым уже вынесены судебные решения. Долги за коммунальные услуги в таких квартирах превышают 1 000 000 рублей. По данному адресу решения суда с 2009 года долг на 2009 год составлял 210 тысяч. В настоящее время долг данной квартиры составляет более 1 000 000 рублей. По этой квартире уже был суд, и должникам был предъявлен первичный исполнительный лист. Однако никаких движений по погашению долга не происходит. В связи с этим на квартиру будет наложен арест и описано имущество. Сегодняшний визит приставов должен прояснить ситуацию и определить, что делать с квартирой дальше. Есть ручка. Заполняется. Вот на сегодняшний момент у вас долг составляет 1 151 000. Приблизительно, да. А остальные в курсе, что такое? Наверное, знают. Судебный пристав, проверив документы, выписал акт об аресте имущества должника и составил опись всего арестованного имущества. Если в течение 10 дней ситуация не изменится, описанное имущество будет реализовано в пользу управляющей компании с дальнейшим выселением из занимаемой должником жилплощади. В случае неоплаты должником долгов перед дирекцией ЖКХ, должник будет, представитель взыскателя дирекции ЖКХ, будет подано заявление в суд о переселении должника из центра Пушкина, из квартиры на окраину района, в худшие условия проживания. Конечно, жизненные ситуации у всех бывают разные, но прекращение оплаты услуг является нарушением закона и ведет к еще большему ухудшению этой самой жизненной ситуации. Евгений Ромашихин, Владимир Парфенов, специально для телеканала «Твой».